Қазақстанның үшінші жаңғыру жаһандық бәсекеге қабілеттілік атты мемлекет басшысының жолдауында салықтық әкімшілендіру тетіктерін жетілдіру талап ететіні атап өтілген. Осы мақсатта салық кодексінің жобасында бірқатар жаңа өзгертулер көзделуде. Олар туралы кодексті әзірлеу барысында бизнес қоғамдастықтардың, салалық қауымдастықтардың және тәуелсіз сарапшылардың барлық ұсыныстары жан-жақты қарастырылып талқыланды. Жаңа салықтық әкімшілендірудің тұжырымы мемлекет пен салық төлеуші арасындағы қатынастарды либерализациялау болып анықталады. Адал салық төлеушілерді тексеруді азайту және салық төлеушілердің салық міндеттемелерін өз еркімен орындауға ынталандыратын шараларды көбейту көзделген. С целью установления ясных правил взаимодействия между органами госдоходов и налогоплательщиком вводятся такие принципы налогового администрирования, как принцип законности, принцип эффективности и принцип рискоориентированного администрирования. Предлагается для субъектов малого и среднего бизнеса сократить с 5 до 3 лет срок исковой давности, в течение которого могут быть пересмотрены и дополнительно исчислены ранее уплаченные суммы налогов. В целях стимулирования повышения налоговой дисциплины кардинально пересматривается система управления рисками. Вводится дифференцированный подход к налоговому администрированию для разных категорий налогоплательщиков. К первой категории, которую мы назвали «зеленая группа», будут отнесены налогоплательщики с низкой степенью риска. По ним не будут проводиться проверки. Предусматриваются послабления в виде изменения сроков предоставления отчетности, уплаты задолженности, возможности участия в горизонтальном мониторинге и так далее. В группе средней степени риска будут применяться умеренные механизмы администрирования, направляться извещения, а в случае неисполнения применяться меры налогового контроля. И, наконец, к третьей группе или так называемой красной зоне будут относиться налогоплательщики с высокой степенью риска. Проще говоря, здесь будут находиться злостные неплательщики, к ним будут приниматься повышенные меры внимания и мгновенное реагирование органов госдохода в случае ненадлежащего исполнения налоговых обязательств. Следует отметить, что категорирование налогоплательщиков во многих странах мира является конфиденциальной или закрытой информацией. Мы же предлагаем внедрить комбинированную модель, предусматривающую и открытые критерии, которые будут служить налогоплательщикам ориентиром для вхождения в зеленую зону с низкой степенью риска и в то же время предупреждением от попадания в красную зону. Проектом предусматривается новый вид взаимодействия с крупными налогоплательщиками, основанный на принципах доверия и открытости, так называемый горизонтальный мониторинг. Такой подход является одним из прогрессивных методов администрирования, используемых в странах Организации экономического сотрудничества и развития. Данная процедура прошла долгое и тщательное изучение, мы ее обсуждали с бизнесом и пришли к обоюдному пониманию преимуществ таких партнерских отношений. Открывая доступ к информации, бизнес взамен получает ряд выгод. Во-первых, налоговики откажутся от проведения налоговых проверок. Во-вторых, деятельность налоговиков станет более услугоориентированной. Они будут консультировать налогоплательщиков по возникающим вопросам и сопровождать правильное исполнение налоговых обязательств. И вот это консультирование имеет четкую юридическую основу, поскольку, в-третьих, предусматривается освобождение от ответственности в случае, если в результате консультации допущено занижение сумм налогов. Соответственно, будет повышаться и ответственность налоговых служб. И, наконец, для участников горизонтального мониторинга будут смягчены профили систем управления таможенного администрирования. Далее, как вам известно, для многих предпринимателей закрыть компанию намного сложнее, чем открыть ее. Это привело к большому количеству бездействующих налогоплательщиков. В этой связи в законопроекте заложены основные условия для их принудительной ликвидации. С целью обеспечения открытости данной процедуры информация о принудительной ликвидации будет заблаговременно размещаться в средствах массовой информации и проводиться работа с претензиями потенциальных кредиторов этих компаний. В части налоговых проверок предусмотрены меры, направленные на существенное сокращение их количества и повышение качества. В частности, предлагается на 56% сократить основания для проведения внеплановых проверок с сегодняшних 32 до 14. Предусматривается улучшение условий для осуществления проверок аудиторскими организациями, когда бизнес проверяет бизнес. Порог совокупного годового дохода для компаний, использующих такой способ аудита, предлагается повысить до 150 000 МРП.
Деятельность физических лиц, занимающихся частной практикой, будет прекращаться без проведения налоговой проверки на основе камерального контроля. Следующее направление – это лицензирование алкогольной продукции. Здесь этот процесс в настоящее время имеет много нареканий и споров. Проектом кодекса предусматривается либерализация лицензионного контроля. Не будут проводиться предлицензионные обследования и проверки. Предполагается переход на послицензионный контроль на основе систем управления рисками. Проектом предусматриваются меры по оптимизации процедур возврата налога на добавленную стоимость. Сроки возврата сокращаются до 30 рабочих дней по налогоплательщикам, применяющим информационную систему электронные счета фактуры. А по поставщикам, выписывающим электронные счета фактуры, не будут проводиться встречные проверки. Исключается требование по финансовому обеспечению управляющих компаний в специальных экономических зонах и прочее. Предусмотрен механизм возврата дебетового сальда по приобретенным товарам внутри страны путем введения контрольного счета НДС, применение которого будет добровольным. Возврат всего дебетового сальда по товарам, приобретенным внутри страны, будет способствовать поддержке отечественных производителей. Это, в свою очередь, повысит наш показатель по рейтингу Doing Business, на который негативно повлияло отсутствие возможности у налогоплательщиков возврата дебетового сальда по НДС без сложных механизмов контроля. И, наконец, предложенный механизм позволит минимизировать мошеннические схемы с использованием фиктивных счетов фактур. В сопутствующем законопроекте в части администрирования предусмотрены поправки в ряд законодательных актов. Изменения в закон о трансфертном ценообразовании предусматривают введение трехуровневой системы отчетности для участников международной группы. Они относятся к выполнению ряда рекомендаций Организации по экономическому сотрудничеству, например, план по противодействию и размыванию налогооблагаемой базы и выводу доходов, он используется под аббревиатурой БЭПС, и в целом они направлены на обеспечение прозрачности международных операций. В целях снижения репрессивности норм действующего кодекса об административных правонарушениях снижается размер санкций за занижение авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу с 40 до 20%. Предложена к отмене норма по лишению лицензии аудиторских компаний по альтернативным проверкам. В завершение хочу отметить, что все новшества по совершенствованию администрирования, безусловно, положительно повлияют на развитие бизнеса и обеспечат переход от фискальных методов работы налоговых органов к партнерским отношениям с бизнесом.